Доброго ранку. Ви слухаєте радіо НВ. Мене звати Леся Антипенко. Далі будемо говорити про проблеми з зором. В гостях у мене сьогодні Георгій Пархоменко, кандидат медичних наук, головний лікар мережі медичних центрів Новий зір, офтальмоахірург. Я вас вітаю. Добрий. День. От перше, перед тим як ми почнемо говорити, я хочу звернутись до слухачів. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, можете на його надіслати нам у вайбер 0676702057. Почати хочу. От з такої теми. Сьогодні в наш час, коли в нас, знаєте, так технологія дуже стрімко розвивається. В нас ми всі в нас в кожного є гаджети, з яких ми читаємо, на яких ми працюємо, і дуже багато. Людей кажуть про те, що особливо от молодь, вона дуже діти вони дуже рано починають сидіти за тими гаджетами, починають розуміти, що там до чого. І от дуже багато людей вони кажуть про те, що це вже з малих там років воно впливає негативно на наш зір. Чи це так? Адже з іншого боку, в нас і подивитися на ці гаджети вони намагаються якось зробити ці екрани, щоб вони там не дуже зашкоджували очам. От що ви скажете? с профессиональную точки зору. Ну, к сожалению, цивилизацию не остановить, и работа на близком расстоянии, она достаточно часто приводит к прогрессированию близорукости, особенно у молодых детей, у людей, у школьников. На самом деле, предположим, на Тайване это вообще приобрело вид эпидемии более 60% закончивший школу, имеет близорукость высокой степени. То есть очки не менее 6 диоптрий минус. То есть представьте себе количество людей, зависимых от очков. Но с другой стороны, это наши пациенты, которым мы будем восстанавливать зрение и оперировать. То есть э, человеческий глаз не приспособлен к работе на близком расстоянии. И он расплачивается, человек, за это тем, что глаз просто растет. Растет, возникает близорукость, зато работа на близком расстоянии идет без напряжения. То есть за все приходится платить. Чи є у вас якісь рекомендації щодо, наприклад, чи допоможуть обмеження користування гаджетами, як от батьки деякі намагаються зробити своїм дітям? Так, да, безумовно. Якщо ваш дитина буде неграмотним, близорукості у нього не буде. Тобто, тут, к сожалению, золотої середини бути не може. Якщо дитина буде багато займатися, вероятність розвитку близорукості дуже висока. А школьную программу мы с вами никоим образом отрегулировать не сможем. Единственное, о чем можно говорить, это вот соблюдать дистанцию, необходимую до текста. То есть это, по сути дела, на расстоянии вытянутой руки. Наверное, многие видели картинки из Китая, там, где школьников ограничивают для возможности наклона, спины, просто металлической стержень. То есть им не удается голову ниже нагибать. Не знаю, насколько эффективно, но выглядит здорово. Вы за то, чтобы так и в нас, на самом деле, чем ближе к тексту, чем менее гигиенические условия работы, тем более высокая вероятность прогрессирования близорукости. А вот эти окуляры антибликовые, которые у нас продаются, их радят, если заходишь до магазинов, они врятуют ситуацию? Безусловно. Кроме того, существуют еще очки в дырочках, они приносят огромную прибыль продавцам, и можно только за них порадоваться. А ситуацию вы ну, не врятуете? На самом деле, каждое изделие, которое мы с вами должны или можем использовать, оно должно быть одобрено Минздравом. Если это на уровне рекомендаций журнала «Мурзилка», то и результат будет соответствующий. Ще одна хвороба, така, яка останнім кажуть, часом вона дуже помолодшила, і вже там, якщо раніше її діагностували у людей старшого віку, зараз це вже навпаки молодь нею підвласна. От щодо цього міфу, що ви скажете, це хвороба, коли людина захворює на катаракту, так. Чи це правда, что она помолодшила чи просто раніше а, не было так оголошення про це, що у молодых людей діагностували таку хворобу? Ну, на самом деле, все-таки катаракта – это болезнь пожилого возраста. Вопрос в том, что э, население молодеет, определенным образом демографическая ситуация может влиять на соотношение, там, увеличение количества катаракты за счет того, что пенсионеры, к счастью, Дольше живут, продолжительность жизни вырастает, соответственно, катаракта количество увеличивается. То есть, есть научное предположение, обоснованное, что если бы люди жили до 150 лет, то катаракта была бы у всех в 100% случаев. На настоящий момент, я вот принес с собой статистику, потому что с цифрами не дружу, запоминаю очень тяжело. Катарактой страдает почти каждый шестой человек старше 40 лет и подавляющая часть населения старше 80 лет. А вот статистика 2010 -го года говорит, что количество людей, частично утративших зрение из-за катаракты, составляло 35 миллионов человек, а полностью ослепших почти 11 миллионов. То есть представьте себе только эту цифру слепых людей, которые формально можно было бы спасти, выполнив операцию, которая занимает обычно не более 10 минут. Как взагалі, что это за хвороба, как она появляется, ну вот про век вы уже сказали, как відчути на себе первые симптомы? Немножко вернемся к анатомии. В глазу есть линза. Это уникальное на самом деле создание такое. Часть глаза, хрусталик, он прозрачный. То есть вот представьте себе какая-то часть вообще тела, она прозрачна полностью для света. Этот хрусталик имеет диоптрийную силу около 20-24 диоптрий. Он имеет возможность изменять свою кривизну, чтобы человек мог видеть на ближнем и дальнем расстоянии. И вот любые помутнения в хрусталике, они называются катаракты. Суть катаракты ⁇ это денатурация белка, из которого она состоит. Отсюда сразу же вытекает и возможность консервативного лечения. То есть представьте себе яичный белок, который в силу каких-то воздействий, там, кислоты, тепла, тепла, солнца, других моментов помутнил. И вот давайте себе придумаем такое средство, которое сможет этот куриный белок опять сделать прозрачным. Однозначно нет, и сразу же я отвечаю на вопрос, который вы еще не задавали, возможно ли терапевтическое лечение катаракты. Тобто, ну добре, ми зараз про лікування ще в мене є там кілька уточнюючих моментів, але а, я хочу ще уточнити, як людина, от ви зараз розповіли з медичної точки зору. А як людина взагалі відчуває, коли в неї з'являється катаракта? Вона що а, ну тобто погано бачить, починає, чи, чи як це відбувається? От зрозуміти особисто людині, що їй потрібно звернутися до офтальмолога. Разделим на две части. Обращаться к офтальмологу нужно ежегодно, как каждому узкому специалисту. А отмечает человек это ухудшением остроты зрения. То есть снижается возможность четко видеть на дальнем расстоянии, на ближнем. Появляется двоение или множественное изображение предметов. Появляется определенное затуманивание. Как последний подарок перед слепотой, катаракта часто дарит возможность внезапно появляющейся у людей старше 45 лет читать. То есть вот он читал все время в очках, например, плюс 2 или плюс 3, и вдруг он замечает, о боже, какое счастье, он снимает очки, которым был привязан 10-20 лет, и начинает читать без очков. Но на самом деле денатурация белка, которая происходит в хрусталике, дает некоторую возможность перевести глаз в близорукость, то есть видеть на близком расстоянии, но очень скоро эта радость сменяется полной слепотой, потому что катаракта не только меняет форму хрусталика, но делает его мутным. То есть любые снижения зрения могут говорить о том, что развивается катаракт. Но точно поставить диагноз может специалист. Поэтому ежегодное обращение крайне необходимо. Але не обовязково, когда в тебе снижается зир, это катаракта. Безусловно, вы правы. В глазу огромное количество отделов, каждый из которых, к сожалению, Своїстом особі особливо вносять свою лепту, от возможне сніження зріння, це я так просто щоб не зовсім залякувати слухачів, коли вони зараз чують, щоб це не було. Щодо того, що потрібно ходити до офтальмолога раз на рік, як ви кажете. А от для того, щоб люди зараз зрозуміли, які нас слухають, що це дійсно важливо, а якщо вони прийшли і... Например, на ранней стадии в них з'ясували, що катаракта. Чем можно это зупинити лікуванням просто, не хирургическим втручанием? Хочу вот что сказать. На самом деле мы никого не запугиваем. И по определению Всемирной организации здравоохранения операция по поводу катаракта является вообще самой реабилитирующей операцией в мире всех, которые существуют, потому что удаляется причина слепоты, а искусственный хрусталик арсенал которых огромен в настоящее время, он во многом превосходит тот хрусталик, который подарил человеку Бог. То есть этот хрусталик качественный, естественно, хорошего производителя. Он не мутнеет, он дает зрение вдаль, вблизь, на промежуточном расстоянии. Он обладает фильтрами, которые в том числе, так сказать, позволяют в ночное время лучше видеть и профилактику заболеваний сетчатки проводить. Этот хрусталик не смещается, и имеет огромное количество других специфических положительных возможностей, которые превосходят, как я уже сказал, свой родной хрусталик. Поэтому операция при катаракте это не приговор, это наоборот возможность избавления, получения хорошего зрения, продолжительность его. Вот у меня есть мой партнер, друг Андрей Владимирович Коваленко, он выполняет операцию по удалению катаракты. Мы зарегистрируем это в книге рекордов Гиннеса. 1 минута 53 секунды. То есть человек абсолютно слепой, меньше чем через 2 минуты уже начинает видеть. Даже если человек втратила зир, ей можно вернуть, так, хирург? Абсолютно верно. Катаракта в своем развитии, к сожалению, не имеет остановки, приводит до полной слепоты. Но если сохраняется светоощущение, то есть человек способен различать свет, вероятность успешной операции крайне высока. А, так, а что до ранней диагностики катаракты, можна можно ее лечить медичними нибудь а, там препаратами и другими, не хирургическим втручанием, це миф. Лечение катаракты консервативная, безусловно, это крайне актуальная тема, и ученые всего мира над этим работают и, может быть, добились некоторых успехов в лечении специфической катаракты, которая, например, вызывается какими-то эндокринными нарушениями, то есть восстанавливая эндокринный обмен или там диабет, нормализуя сахара, можно уменьшить в какой-то степени частичное прогрессирование катаракты, но полностью излечить помутнение белковый невозможно, поэтому любые Люди, которые говорят, или врачи, не дай бог, которые говорят, что мы консервативно излечиваем катаракту, они шарлатаны. И одним из доказательств является, вот буквально два года назад, крупнейшая корпорация отказалась от производства витаминных капель при катаракте, за что им честь и слава. То есть они публично признали неэффективность консервативного лечения. Несмотря на то, что потеряли это, корпорация Alcon, это монстр, это номер один в мире. Мы, кстати, являемся их референтной клиникой. Так, зрозуміло. У нас, до речі, є питання від слухачів Аліна. Нам пише вона пише, правда, не про катаракту, пише про інше, пише, пише дитині 12 років, неї з народження, астигматизму, чи врятуються окуляри зір, чи потрібно робити операцію, питає вона. Возраст є определяючим в даній ситуації, тобто до достиження совершеннолеття, коли рост глаза практично відбувається, оперативні вмешательства не проводяться. хотя бывает исключение, скажем, это астигматизм на единственном глазу или он стабилизирован, это подтверждено документально. На настоящий момент это очки и контактные линзы. Арсенал крайне велик, возможность того, что ребенок будет переносить такую коррекцию, очень высока, поэтому обратитесь к специалистам, они вам помогут, и астигматизм это не приговор. Так, а ми вже ще почали от говорити про те, що ви категорично забороняєте людям, щоб вони там, наприклад, самостійно лікувались, так я так розумію. От в медичних, знаєте, в нас є журнали, не будемо називати їх медичні, різні журнали. Є поради в інтернеті. Зараз дуже це розповсюджено. До речі, коли люди просто вбивають в пошук і, наприклад, читають про те, що там потрібно щось на якимось є наро. методы, когда можно а, вылекувать катаракту. Иснуют такие? Знаете, ехал к вам на эфир и тоже залез в интернет и читал различные там рекомендации, обнаружил совершенно замечательные книги, где даются миллионы советов по использованию мочи, кала и других продуктов жизнедеятельности для лечения глазных заболеваний, почерпнул для себя много интересного нового, поделился с коллегами, но медицински не доказано. Группы статистически не обработаны, поэтому предположить мы можем, что новые лекарства будут появляться, но на настоящий момент их не существует. Сейчас пока есть, лише я так разумею, єдиний способ – это хирургичное втручання, так? так? Да. Просто, чтобы, понять. Однозначно. И этого бояться не варто, потому что сейчас это уже проводится совсем ну швидко, безпечно, так? Абсолютно верно. Если вот я вспоминал, мне в этом году будет 35 лет хирургического стажа, и вот когда я еще пришел совершенно юным зеленым э, офтальмологом первую свою, свою больницу и видел, как там удаляют катаракту, вот вы видели, слышали, вернее, о том, надеюсь, сами не пробовали, когда на морозе языком коснуться металлического предмета, то язык с большой вероятностью прилипнет. Такой же метод использовали для хирургии катаракт. То есть сделали огромный разрез для того, чтобы туда вошел охлажденный наконечник азотом, примораживали к хрусталику и выдирали хрусталик из глаза. И даже несмотря на такие варварские методы, люди умудрялись после этого видеть, что там искусственные хрусталики ставили и так далее. Прошла целая эпоха, 35 лет. Сейчас, как я уже говорил, это несколько минут, это использование лазеров, это использование ультразвука, это использование космических технологий, таких как аберометрия, которые используют космические телескопы. И в настоящий момент, безусловно, революция происходит каждые 5 лет. Стоимость этой аппаратуры, она очень высока, но, к счастью, доступна во многих частных клиниках, в том числе и в Новом Зире. Мы сейчас сделаем перерыв, у нас за несколько минут выно, после этого вернемся к разговорам. Доброго ранку, ми повертаємось до студії. В гостях у мене сьогодні Георгій Пархоменко, кандидат медичних наук, головний лікар мережі медичних центрів Новий зір, офтальмохірург, лікар вищої категорії. І про різні аспекти говоримо ми погіршення зору. В нас є питання від слухачів, пише нам Олена з Одеси: питає: правда ли, що любить контактні лінзи за Рост близорукости. На самом деле доказанных э, средств остановки близорукости их немного. Что значит доказаны? Это то, что в литературе есть статистические данные, проведенные многими исследователями на больших группах пациентов с четким контролем. То есть есть контрольная группа, которая не лечилась, и близорукость у них продолжала прогрессировать, в отличие от той группы, которая было использовано это средство, и близорукость остановилась. На самом деле, на настоящий момент существует только одно средство. Это жесткие склеральные линзы, которые, моделируя роговицу, останавливают ее прогрессирование. Есть несколько работ, это подтверждающих. Это так называемое направление, которое называется ортокератология. Ношение этих линз осуществляется, как ни странно, ночью. Утром они снимаются, пациент продолжает хорошо видеть из-за деформации роговицы. Вот есть статистические большие группы детей, подростков, молодых людей, у которых близорукость остановилась. Это единственное средство. Все остальные статистически не доказаны. Сейчас появляется новый метод закапывания, ну, новый, который мы назовем старый, потому что атропин известен уже сотни лет, использование его в глаза было еще в Древнем Египте, когда женщины закапывали в себя атропин для того, чтобы у них были красивые черные большие зрачки, это красиво, да? Не знаю, я не Вот, и сейчас использование атропина подвергается вот таким статистическим исследованиям. Различные концентрации, низкие атропина, используется длительное время для того, чтобы остановить близорукость. Результаты первые появляются, они обнадеживающие. Ну вот у нас и про крапли пытаясь а, слухач, пытаюсь, что а, слухачка, пытаюсь, что она а, чула, что в Израиле а, изобрели капли, если капать, улучшает зрение, не нужна операция. Чем И вопрос дает? о том, какая нозология, какое заболевание. К сожалению, при катаракте это не так. На самом деле израильские производители представлены на украинском рынке, пока они ничего не предлагают. Если кто-то что-то изобрел, до практического применения необходимы годы клинических испытаний, когда любой врач, который вам назначит это средство, будет отвечать за результат. Иначе это подсудное дело, и все остальное, это, как я еще раз сказал, шарлатанство. Основной тезис, который меня научили американские мои коллеги, на настоящий момент не доказан. Uh -huh. Так вот, использование каких-то капель, которые останавливают катаракту, не доказано. От ми власне і почали говорити про те, як в інших країнах, як ви вивчали досвід, чи сьогодні ви в країнах Європи, наприклад, в них як лікують катаракту? І я знаю, що от останнім же часом в нас відкрили медичні протоколи, сучасні медичні протоколи. Я так розумію, що за ними ви можете вивчати досвід інших країн, так? Не только изучать, изучали мы его всегда, самое главное, использовать. Вы mm -hmm. знаете, буквально несколько лет назад, совсем недавно, ну, наверное, два года назад, появился универсальный протокол для всех форм собственности, частный, государственный, который запретил амбулаторно оперировать катаракту. Нонсенс заключается в следующем. В Соединенных Штатах более 95% катаракты оперируются амбулаторно. В Европе более 90%. мурфилский госпиталь – это ну, скажем, заведение номер один по офтальмологии, клиника, которая проводит все виды операций, находится в Великобритании. Вот угадайте, какое у них количество коек. Я отвечу сразу, ноль. То есть это амбулаторная хирургия любых заболеваний. Протокол, который вводят наши государственные деятели от офтальмологии, только стационарно. То есть вот что нам дают протоколы. Они дают нам возможность использовать опыт Соединенных Штатов и Европы. И мы этим незамедлительно воспользовались и привели, так сказать, законодательство, касающееся нашей работы, в порядок. Хотя, к сожалению, еще раз хочу повторить, что до прихода Супрун все делалось вопреки. То есть вся наша борьба с государственной машиной, она была очень сложна и с нашей стороны, ну, абсолютно неэффективна. Когда меня каждый раз спрашивают: вот там открылась новая частная клиника, вот у тебя появились новые конкуренты, говорю: нет. У меня нет конкурентов среди среди частных клиник. Мы все вместе конкурируем с государственной медициной, которая, прошу прощения, умирает, но никак не может умереть. И в своей агонии мешает развиваться и офтальмологии в частности. Статистика такова. Например, в Чехии да, на то же количество населения количество операций катаракты ровно в 5 раз больше. У нас катаракты не меньше, оперируются в 5 раз меньше. Это говорит о том, что огромное количество наших. Земляков наших граждан умирают слепыми и полуслепыми, не получив адекватной помощи из-за недоступности, отсутствия страховой медицины, неиспользования передовых протоколов, касающихся США и Европы. Да, здесь много причин. И экономическая, безусловно, но и в то же время это конкуренция с государственными структурами. Зараз все, что відбувається з Уляною Супрун, взагалі, от все це суды, которые зараз скрываются, як вы все це оцениваете? У меня впечатление, что за более чем 20 лет независимости это появился в здравоохранении. Первый человек, который, так сказать, зажег свет в конце туннеля. И мы с радостью устремились в направлении этого света. Уже немало сделали. Надеемся, что под ее руководством или ее преемником. Будет ситуация развиваться и в дальнейшем таком же ключе, и это все будет на радость нашим гражданам, которые будут получать адекватную квалифицированную помощь на уровне европейской, американской медицины. От дуже важливо насправді те, що ви зараз кажете, тому що знаєте, в нас зараз розповсюджена думка, що всередині, ну тобто там медики самі вони не підтримують суляну супрун, тому що, типу, це все на них відчувається оця ця медична реформа. Вони її не підтримують, кажуть, що вона взагалі недостатня там, і все таке інше. А те, що ви кажете, тобто, ви всередині знаходитеся цієї системи, і ви кажете зовсім про інше, тобто це насправді дуже важливо зараз. Это, это проявление коррупции. К сожалению, все люди, которые работают в государственной медицине, хотят они того или нет, они участвуют в коррупционных схемах, потому что мы прекрасно знаем, что прожить там на зарплату в среднем в 4000 гривен, которая там номинируется в данный момент по Киевской области у медработников, нереально. Потому что коммунальные услуги, стоимость обуви, одежды, еды, обучения ⁇ это неадекватные цифры. Соответственно... Медики вынуждены участвовать в коррупционных системах. Чем умело пользуется руководитель государственного здравоохранения? Вы сами прекрасно знаете, зайдите в любое лечебное учреждение и посмотрите, вокруг стоят киоски, которые продают расходники, которые э, платят налоги минимальные, а никто вам не скажет, кто является владельцем этих киосков. Ну, в общем-то, известно, что в большинстве случаев это люди, сопряженные с руководством медицинских учреждений. И то, что супрон сейчас начинает с ними борьбу, и вы прекрасно знаете, о ком я говорю, эти скандалы, они, в общем-то, были у всех на слуху, они это подтверждают. И мы очень рады, что появился такой человек, и всячески стараемся ее поддерживать, насколько это возможно. У нас есть несколько вопросов. Вайбер нам пишет, слухач пишет. А, метод э, утихинау, не знаю, правильно, чи правильно я про, про, про э, це, э, говорю, а с помощью очков можно вылечить близорукость и дальнозоркость и не надо оперативного вмешательства. Чи таке? На самом деле огромное количество методов появлялись э, в мировой практике. Со временем эти методы, оставляя, так сказать, рациональное зерно, устаревают, уходят в прошлое достаточно легко приобрести сейчас гимнастику зрительную по бейцу, которая была создана в 20-х годах прошлого столетия. Ну, я думаю, что если любому из вас предложу использовать технику или какие-то другие средства, которым 100 лет, то вы от этого, естественно, откажетесь. То же самое касается и офтальмологии, и все технологии, которые появились давно, они не выдержали испытания временем и, по сути дела, не используются в данный момент. Если говорить конкретно о технологиях Утехина, там есть здравое зерно, но оно содержится в современных протоколах использования оптической коррекции при лечении близорукости и других заболеваний. Непосредственно сам комплекс Утехина, он не является цельным методом, который можно использовать, не глядя на современные достижения. То есть нет. И еще одно питание от Геннадия. Возможно ли лечение глаукомы, то есть восстановить сосуды нервные окончания? Лечение глаукомы, я надеюсь, что мы будем еще встречаться и будем подробно об этом говорить. Очень непростая, сложная, комплексная задача. И восстановление нервных волокон является, по сути дела, одной из составляющих, очень важной частью. Для этого существуют специальные Медикаменты частично не восстанавливают возможность человека видеть, но в первую очередь это нормализация внутриглазного давления. Я единственное хочу попросить вот Геннадия, потому что мой опыт занятий глаукомой уже более 30 лет, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, не зарывайте как страус голову в песок, надеюсь, что болезнь о вас забудет. Глаукома коварное заболевание, которое в подавляющем большинстве случаев заканчивается полной слепотой, І чим більше ви будете контактувати зі своїм професіоналом, офтальмологом, тим більше шансу у вас прожити зрячим. Я дякую вам за те, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в гостях був у мене сьогодні Георгій Пархоменко, кандидат медичних наук, головний лікар мережі медичних центрів Новий зір, офтальмохірург і лікар вищої категорії. За кілька хвилин в нас новини. Після цього ми відкриваємо нову годину, і там буде одна велика тема.